три, четыре, пять. Ставим задачу. Сейчас у нас пройдет игра Зорница Морская. Значит, будет у нас две команды по шесть человек. Так что кто запомнил цифры, не проведет номер. Значит, осмыслим на ответ. Значит, время у вас на это уйдет. Одна минута. Поставили не под углом, а в распор. Смотрите аккуратно. Один держит у прокладок, другой у заплатки. Пробоина, кто ее там стер и пытался на состояние его привести. Так, то же самое и здесь. Винт положить, собрать. Правильно. Первый номер. Два шага вперед. Шагом дальше, мы посмотрим. Вторая команда вперед. Так, ребята, вы сейчас будете как бы наблюдать. Где вам интересно? Мили мой коробку ближе, с каждой милей несет впереди. Срыв над морем вода снимая, словно чей-то раздался в земле. Никого нет, как Доложили, что вы прибыли на этап. Слушаем доклад. Команда есть. Цель нашего занятия, уважаемые товарищи, постановка раздвижного упора для заделывания пробоины. Значит, время начала для заделки постановки раздвижного упора будет заканчиваться словами «ТОВ с ноль». Перед этим я командую, как положено в данном случае. Аварийная тревога, пробоина по левому борту. ТОВ с ноль. Отряд населения, кто вы? Отряд. Отряд.
Владимир Николаевич, найдите 19-й. Я вас поздравляю. Нормально. Это была такая ручечка. А я что, до сих пор делала? Куда вы? Да. 19. Один из вас, или двое, один лучше, берет и читает быстро вопрос. Вот. А вы вот так разбрасываете. Ноль. Четвертый. День, когда Галерий Бондарка первого нанес оглушительное поражение следом. И сразу, следующий, быстро читайте. Русский флотоводец, океан, много кораблестроителей, вице-адмирал, руководитель группы газетных плаваний. Разработчики руководили постройки ледового ерба. Руководил тебе кораблянский. Следующий. Как называется кондок Миды? Давай. Следующий. Да. Русский флотовой забирал из штатки. Так, вот это вот не пишут. Вот, клади сюда. Где, вот. Когда раскадра? Клади. Все. А мы сейчас посмотрим. Правильно. Видишь, правильно сюда, да. Да. Макаров, правильно сюда. Вот сюда, это туда. Вот. Якобы совокупность. Все правильно. Все. Спасибо, вы молодцы. Внимание. 3, 2, 1. Давай. Ниже, вот здесь. Тренировках вы показывали лучшее время, особенно на
средствах спасения, почему-то вы там плавали, и на истории. Вот это было как бы, одна команда заработала 10 баллов, другая двое меньше. Я думал, что там у вас будет разница в 1 балл, ну в 2 крайне, а здесь. Сейчас слово для награждения победителей, вручения диплома. Поставим Кузьмину Сергея Николаевича. Уважаемые воспитанники, в ходе ваших соревнований, значит, две команды заняли, естественно, первое и второе место. Дипломом второй степени награждается команда «Риф», занявшая второе место в корабельной игре «Зарница». Капитан команды, пожалуйста. Должен крепко подавать, пожалуйста. Разница у вас одно очко. Дипломом первой степени награждается команда «Пираты», занявшая первое место в корабельной игре «Зарница». Капитан. Пожалуйста. О, сынок, посмотри, какой красавец. Дай тебя поцелую. Посмотри, ты какой, ребята, тот. Ваша личная... желание и старание, и благодарю за службу. Ура! 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 Ну вот. Так, внимание. Сейчас учащиеся проходят в кабинет номер 20 на чаепитие. Наши дорогие гости и ветераны проходят в кабинет Александра Алексеевны для мероприятия. Так. Пьем чай. Сейчас. Еще одна ложка другая, значит. Давай, еще есть. Осталось.